Сегодня почти 700 тысяч российских выпускников проверяют свои знания по русскому языку и литературе. Школьники пишут итоговое сочинение, которое является допуском к ЕГЭ. Во всех регионах за парты сядут в 10 утра по местному времени. На Дальнем Востоке ребята уже закончили тестирование, а их столичным сверстникам оно еще только предстоит. На выполнение задания отводится 4 часа. Работы проверяют по системе зачет-незачет. Ранее рассказали, что старшеклассникам предложат темы из 5 направлений, среди которых человек и общество, верность и измена, равнодушие и отзывчивость. Конкретное задание станет известно за 15 минут до начала экзамена. Для тех, кто не сдаст или по уважительной причине не сможет пройти испытание, сегодня есть дополнительные даты 7 февраля и 16 мая.